Власти Грузии пообещали сурово наказать виновных в гибели людей при пожаре в гостинице Батуми. Там выявили грубейшие нарушения правил безопасности. В 22-этажном здании не было элементарного пожарной лестницы. Жертвами трагедии стали 11 человек, почти два десятка пострадавших сейчас в больнице. Огонь вспыхнул в помещении спа-центра на 4-м этаже. Едкий дым через систему вентиляции мгновенно распространился по зданию. Пути к запасным выходам оказались отрезаны. Электронная система отключила свет, заблокировала двери и остановила лифты. Около 100 человек в 5-звездочном отеле, по сути, оказались в ловушке. Их снимали с балкона с помощью пожарных кранов. Среди спасенных – участницы конкурса «Мисс Грузия». Ответственным за безопасность в гостинице теперь грозит до 8 лет тюрьмы.